Сегодня я вас познакомлю с еще одним интересным методом написания портрета. Этот метод называется гризаль. Поначалу вы не работаете в цвете, а работаете только в тональных отношениях. В чем плюс такого подхода? Он гораздо проще, чем сразу работать в цвете, особенно когда вы только начинаете рисовать. Именно так писали старые мастера. Прорабатывали форму, объемы градациями одного тона, а далее уже набирали цвет с помощью лессировок. И как они это делали, я покажу вам в следующем видео. Ну а пока, как вам эмоция?